Шашлык Здравствуйте, дорогие друзья! Я Синусаида Ержановна, новая ведущая выпусков научного проекта «Шашлык домашний». Это срочное сообщение. Мы отправились в лес, чтобы снять вторую часть фильма про умственно отсталых грибов, и наш квадрокоптер заснял нечто невероятное. Мы увидели пролетающую мимо планету блогера Иван Гай, который совсем недавно вернулся на YouTube. Когда мы увидели это, мы решили наесться дикого майонеза. На сей раз сочные бобры не отняли его у нас и вообще наладили с ними отношения. Слава жмыхам! До свидания!